В одном из уникальных исторических мест города, территории, прилегающей к гарнизонному кладбищу, развернулась настоящая строительная площадка. Владельцам железных коней стоит запастись терпением или заранее определить путь объезда. Но дорожные заторы и пробки, заверяют строители, ненадолго. Если позволят погодные условия, рабочие сдадут объект в первых числах сентября и сразу возьмутся за новый. Работы здесь начали производиться где-то в первых числах августа. Было принято решение заменить старый участок тротуарной дорожки, который был выполнен из асфальта. Но уже с течением времени он потерял все свои прочностные качества. И было принято решение, значит, сделать новую тротуарную дорожку из мелкосущной плитки с устройством основания гравийным. Дальше в районе Задворцев где-то 1,5 километра участка автомобильной дороги из асфальта. В ходе недельного ремонта было демонтировано старое асфальтное покрытие, установлены новые бордюры. Работы над монтажом 300-метровой тротуарной дороги ведутся бойко. В укладке пешеходной артерии используют мелкоштучную плитку. Для эстетической привлекательности, согласно плану благоустройства, вскоре здесь появится зеленая зона. Давно уже напрашивалось, эта дорожка была вообще в плачевном состоянии. Ну и сейчас, так как еще здесь положили на проезжую часть новый асфальт, как бы напрашивалось сделать тротуарную дорожку. Кроме всего вышеперечисленного, будет произведена реконструкция остановочного пункта, в ходе которого строители заменят дорожные бордюры и плитку. Возможно, на смену старой остановочной площадки придет новая.